OMTV.ua Pro найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Українська армія робить все абсолютно правильно, використовує всі можливості, які є, нанося ті удари в тих містах і дирках, які вона знаходить у російській армії. Да, українська армія не може зараз переходити в наступлення. Українська армія може наносить максимальный урон точечными тактиками «укусил, отскочил», то, что она и делает. То, что она и делает. Да? Нашли дырку, увидели дырку, увидели в этой дырке крейсер «Москва», бахнули, затопили, опа, совершенно отлично. Угу. Нашли дырку, увидели в этой дырке остров Змеиный, бахнули, затопили, опа, отлично. Дырки в Чернобаевке находили 20 раз. Да? Сейчас где-то вот находят дырки, нашли дырку во всей Киевской и Черниговской области, освободили всю, когда появилась такая возможность. Да? Отлично, великолепно. Никакой другой тактики сейчас и быть не может. Пока нет паритета по вооружениям, никакой другой тактики быть не может. Украина делает все абсолютно. Абсолютно правильно. Перемалывает это мясо. Просто, опять же, нужно понимать. Почему вы меня никогда не читаете? Вот понять не могу. Я все это писал 150 раз. Нужно понимать, что никакие ни 15 тысяч потерь, ни 20 тысяч потерь, ни 35 тысяч потерь, ни даже 40 тысяч потерь для России критическими являться не будут. Даже 100 тысяч потерь для России критическими являться не будут. И это все придется перемалывать долго. И наращивать вооружение, но здесь, конечно, многое зависит от Запада. Здесь, конечно, многое зависит от Запада и тех объемов, которые он готов поставлять. Но, боже, храни Байдена. Байден вот говорит, что мы будем давать все. Ну окей, спасибо, отлично. Да? Але по факту, Аркадію, ми чуємо заяви замміністра оборони, і яка говорить, слухайте, все ок, але ви нам дали 10% із того, що обіцяли. І виникає запитання. Потім Німеччина, зараз ми покажемо на екранах ще заяви, що ми вам дамо. Тільки зважте, щоб це не долітало, не дай Бог, до території Російської Федерації. Та ми то й не збиралися долітати до неї. Ми обороняємось, а не наступаємо. Втім, в цілому, Аркадію, ну, мені і нашим глядачам бачиться наступна картина. Нам дуже багато всього пообіцяли. Приїхали Макрон, Шольц, румуни, італійці. Ще сказали, підтвердили потім заявами постфактом, що зброя буде. Зараз покажемо на екранах те, що нам дають американці. І дають на словах. По факту, так, потихеньку все рухається, але цього недостатньо. І виникає запитання, от ти про Байдена згадав, та? Вони хочуть, щоб ми швидше перемогли, чи їм вигідно це все розтягнути на довгий період, аргументуючи для світу, що ми допомагаємо, не кинемо Україну, а насправді, щоб потихеньку це все рухалося без великих перемог з боку української сторони. Дарую за це питання, але це просто накипіло вже. От, смотри, от у мене перед глазами сейчас цитата генерала армії США Марка Міллі, который, отвечая на питання, що українці просили 1000 гаубиц, 500 танків і 300 РСЗВ, а союзники дали менше, заявил. Соединенные Штаты предоставили более 6500 джавелинов, 20 тысяч других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 тысяч противотанковых систем. США также предоставили более 1500 стингеров, более 700 противотанковых систем, 20 Ми-17, 1000 единиц стрелкового оружия, большого количества 155-миллиметровых гаубиц, около полумиллиона боеприпасов. А сроки, скорость, с какой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни. Вот это заявляет генерал армии США. Ну, ты уж меня извини, но из двух этих заявлений, почему-то заявление генерала армии США у меня вызывает больше доверия. Оружие поставляется. Оружие поставляется неплохо, и оружие поставляется в неплохом количестве. Нужно его дофига. Да, нужно его дофига, действительно. Но этот процесс идет, этот процесс работает. Зачем, опять же, выходить на международную арену и плевать в глаза тем, кто тебе помогает, говоря, что вы там нам не закрыли небо, хотя и доводить до международного скандала с участием, блин, президента США, который вынужден в итоге выйти и через ведущие средства массовой информации на весь мир заявить, что я президент Украины год назад еще говорил, но он не хотел слушать. Я не понимаю, зачем вести такую информационную политику. Оружие в Украину идет. Мир ее поддерживает. Я вот периодически езжу, гоняю машины, мне приходится приезжать 5 стран, ну, движение идет.
Я вот своїми глазами вижу. Я сама бачила, коли до дітей в Польщі їхала, я бачу, що рух іде. Іде. Поэтому движение идет, оружие идет, Украину никто не бросит, по крайней мере, до выборов в США через два года, до президентских выборов, по крайней мере, эти два года. Ну, слушай, нужно время, но их реально дофига. Но нужно просто чертова тысяча оружия в Украине. Прозвучали заявления этой безумной Машки, и вот такой у них есть мордастый замминистра, автор этой знаменитой реплики «Собирайте манатки и убирайтесь вон». Оба они озвучили один и тот же мем. Дипломатические меры исчерпаны, теперь мы будем принимать не дипломатические, а практические. Да. Но словом «практические» они заменили несколько, так сказать, потускневший термин предыдущий, военно-технический. Помните, 15 декабря? Да, конечно. Не будете отвечать, будем принимать военно-технический. Вот военно-технических никаких не было. Рябков теперь, это и говорил. Рябков теперь Рябков, Захаров, ну вот это явная угроза. Мы будем прорывать Сувалский коридор, мы будем воевать с Прибалтикой, с Литвой. Это на следующее утро беспрецедентно жестко им ответили в Вашингтоне по нынешним номерам, так даже неожиданно. Ну, это было... И для этого не понадобился ни президент, ни государственный секретарь. Это сделал этот мальчик Ник Прайс, споксмен Госдепа. И он подробно объяснил, что при малейшей попытке своего воздействия на Литву будет актуализирована пятая статья «Нападение на Литву» — это нападение на всех нас. Вот после этого я уже не слышал ни Захарова, ни Рябкова, и вообще, какой-то комментарий ушли, не говорят уже о блокаде Литвы. Так что прыгать он не будет. А та мера, о которой вы сегодня говорите, ну, это равносильно развертыванию там 10 сарматов. То есть абсолютно бессмысленные меры. Они просто показывает полное бессилие на конвенциональном уровне, которое он пытается прикрывать брецанием ядерного. Ну, зачем ему нужны там развертывания в промышленных масштабах сарматов? Чтобы показать, что он может нанести, уничтожить Соединенные Штаты? Ну, это президент Кеннеди понял вечером 27-го октября 1962 года, что да, он может снести с лица земли Советский Союз, но, как ему объяснили генералы, они не могут гарантировать, чтобы ни одна бомба не упала на территорию Соединенных Штатов. Тогда была рождена доктрина взаимного гарантированного уничтожения. И что он теперь хочет доказать, что у него есть возможность не 15 раз уничтожить США, а 25. И также с тактическим ядерным оружием мы с вами обсуждали раз 10 эту ситуацию. Вот эта угроза патрушевско-путинская использования тактического ядерного оружия в региональных конфликтах, она была основана на одном предположении, в которое они свято верили. Вот мы покажем, что мы готовы использовать ядерное оружие, Запад испугается, капитулирует. Им объяснили уже несколько раз на всех каналах, что не капитулирует Запад, и показали, какими боеголовками специально для него созданы, по каким целям будет отвечать в этом случае. То есть, опять же, вот все это бреца, ничего, никакой угрозы он не представляет. Он абсолютно уступает на не то что НАТО. Украинская армия, вооруженная старым советским оружием, при соотношении 10 к 1 российского превосходства в артиллерии отогнала российскую армию от Киева, Чернигова, Сум. И все, что они могут сейчас при своем громадном преимуществе вооружения, медленно там продвигаться, уничтожая полностью город за городом, продвигаться по территории Донбасса. Да, это ужасно, это гибель людей, но все понимают, что такую победу можно демонстрировать еще в течение максимум месяца, до тех пор, пока украинская армия будет снабжена современным оружием. А оценки по этому поводу звучат все более твердо и оптимистически, как и в Вашингтоне, так и в Киеве. Вот сегодня Залужный выступал, уж он-то разбирается больше, чем мы. Я-то все время предлагал 100 хаймерсов. Залужный сказал, что в середине лета, значит, через месяц у него будет 8, и это уже серьезно изменится. Ну ладно, ему виднее. Так или иначе,
абсолютным признаваемым военным фактом является полная беспомощность России в противостоянии не то что НАТО, а просто Украине на конвенциональном уровне. И единственная психологическая реакция – это пустое обрицание ядерным оружием. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.